Так, а вот эта локация, это просто какой-то квест для скалолазов. Тут нам подсказали, что это амурский тигр здесь будет жить. Ну, в общем-то, можно было догадаться. Огромные стены, огромная глубина. Мы сейчас на краю всего этого. Амурский тигр есть, но просто вольер еще не достроен. Да, мы сейчас на краю. Но он впечатляет. Давай, давай, я тебя слушаю. Вон там он где-то медведь. О, смотри, откуда там он будет. О, так я вон вижу какого-то, я не знаю, что это. Ну, сейчас мы рассмотрим. О, медведь. А, это кто такой? Ну да, это медведь черный. Он как-то называется, как странно. Так, черный медведь. Ямалайский, да. Слушай, он какого-то песика похож, честное слово. С такого переросточка. Они все будут здесь. Да, не поспоришь. И сова. Еще там есть олени, посмотрели, енот. Слышишь, а у нас-то он хищная птица. Смотри, серьезно, прямо над зоопарком хищная птица летает. Вот тебе бонус, это бонус. Да, но это, конечно, не МКС ловить на 27 тысячах километров в час. Но все равно, ой, красавец, что же это такое? Ладно, то он нас еще сейчас поймает. А, кстати, смотри, орел. Сидим, смотри, орел. Да подожди, сыночек, сейчас я его тут поставлю, хоть штатив. А может, это он не летает? Да не, ну там какой-то был. Да, тут глубины такие. Если кто-то высоты боится, туда, наверное, заходить не стоит. А я как раз особенно хочу туда зайти. Особенно такие платформы, которые держатся на брелках. Сыночек, правильно ты рассуждаешь. Да, ну я надеюсь. Это декоративное бревно, на самом деле это из бетона. Иначе действительно да. Правильно. Пошли, пошли на тот мостик, с него снимем. Так, а здесь у нас уточки. Ну, уточки. Ну, уточек мы вчера видели. Уточки у нас, да, как бы прямо возле дома. Я ходячий интернет. Так, информационная доска нам сообщает ни о чем. Ёлки-моталька, ну тут точно уже медвежатник. Или как это надо? Идем вон туда, смотри там. Прям нужно все рассмотреть. Пошли. А, ну а вон же и медведь. Давай я тебя пущу штативы, посмотришь. И посмотри, не он шевелился. Сейчас я опущу. Это же бурый. Штативы. На кабана похож. Да на собачка не стриженная. У меня такой пудель перекормленный был. Грязный хаски. Иди посмотри. Все, устал. Ну да. Устал, присел.
Мишутка. Ух ты, о, глянь, я выдержку увеличил, посмотри, его сейчас откалил. Он улыбается, что ли? Конечно, улыбается. Он думает, что тебе ему пожрать принесли. А что ты камеру-то двигаешь? Ты хочешь что-то рассмотреть другое? Ну да, вот, смотрю его со всех сторон. Еще ближе подвести? Ну точно собачка. Вот посмотри, собака собака. Сейчас подожди. Да, выше подниму камеру. Посмотри. Да? Морду видишь? Не, он отвернулся. Не, ну то, что он вернулся, вижу. О, все, все, поворачивается. Да, как собака. Реально. Он вообще на какого-то кабана похож. Да, я, кстати, и подумал, что это какой-то... Кабан вообще. Ты мой золотой, да, вот точно. Точно, пятак такой, как у кабана. Подмигивает мне. О, нету? О, нету. Да, тебе тоже. Нагнали мы ему аппетита. Да он одновременно и на льва, и на медведя. И на всех, и на жирафа тоже. А ну пошли, я посмотрим. С этой стороны. Ой. У нас получается, да я понимаю, я просто хотел мизансцену снять. Это у нас получается в том вали.